Разве только Белогорье. Да, где-то там, когда за город выходишь, то там этот заливчик, и там можно это. У нас у сына дом за городом. Там отдыхаем на природе. Мое любимое место в городе, это, наверное, все-таки набережная. Потому что там можно и отдохнуть, вот просто прогуляться, походить. Еще можно даже половить рыбу. Вот. И там интересные мероприятия летом проходят. Площадь, там, ну, там красиво, там фигуры всякие. Вот собираемся завтра идти смотреть все. У меня дома тепло, замечательно. Вот если по аэропортовской дороге ехать, там панорама тоже там нравится очень. Смотреть на город красиво. Это, наверное, набережная наша. Самое хорошее, красивое место, которое сейчас постоянно дизайн новый, все новое. Часто гуляю ребенок, потому что в Двоку самое время сопровождения, дождаться его можно только там. Площадь Ленина, сквер, там, где высажены деревья редкие, красивые, наверное, это место. Там очень красиво, особенно осенью, там можно увидеть все цвета природы в это время.